Всем привет, ребят! Я сегодня рисую собаку. Да, это мой Саша, друг. А я Андрей. Да, помните нас? Так, а вот точно два. И знаете что? Я Андрей. Я в Google Майнкрафте. Он построил триэтажный дом. Да, я целых 2 часа трудился. Да, очень долго трудился он. Да, и я показал моему другу, и он будет жить теперь в круглом Майнкрафте со мной. Да. И из-за этого он решил мне нарисовать сюрприз. Он нарисовал пальму, а сейчас просто рисует это для меня собачек маленьких. Ну, породистых маленьких собачек. Собаки. И у нас сегодня будут гости, придут одноклассники наши. Ну, 2 одноклассника. Да. Лёш и Рамир. Помните, динозавры вам говорили? Да. Лёш и Рамир. И мы хотим, чтобы у нас было больше подписчиков. Да, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и не забывайте ставить лайки. Угу. Смотрите, как я рисую. Это может быть такая собачка. Мопс или бульдог? Да, да, вроде мопс. Ну, я думаю, что мопс потом будет у нас, не помню, добермон, наверное, добермон. Не добермон, а доберман. Как там называть сейчас? Собаки. Да, давай, открывай скорее. Собак. Я читаю. Да, мой друг чтением занялся. Животных читай. Как там? Английская борзая точно. Нет, борзая. Вот, доберман. Или немецкий, нет. Либо доберман, но я думаю, борзая. Борзая. Да. Ой, реклама. Кстати, если не хотите рекламу, просто перемотайте чуть-чуть, где будет мы уже играть, мой друг. И все. Да. Если хотите, можете и посмотреть рекламу. Ну да. Это у нас была реклама. Так, десяточка. Так. Вот, 11. Если вам не интересно, как я рисую, то можете что-то другое включить про нас. Ну, например, как мы делаем пироги или новые пироги. Кстати, я сделал новый пирог. Я не знаю, мы завтра покажем его. Тут то есть делаем видео. Да, и, если хотите сегодня сделаем. Угу. Пишите в комментарии новые пироги. Да. Хотите ли вы или нет? Да, пишите. Или в других видео, где есть комментарии. Да, где работают. В маленьких видео, шорт. Да. Вот. Глазки рисуем. Вот, ушки. 15-е. Кстати, скоро 8 марта. Вы знали? Сегодня 4-е. Ну, суббота, 4 марта. Лай-лай-лай. Ля-ля-ля-ля.
почти нарисовал. Она как живая получается. Вот если бы такую краску нарисовать, то это вообще бы была красота. Красота. Слышите это слово красота? Ну, вот вы видите, там все всякое крутое, если это красками. Представляете, ребят? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Могу вам песенки спеть. Хотите? Если что, не буду или буду. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Мы Саша и Андрей. Ой, реклама. Скучная. Угу. И неинтересная. Так. Одевать надо всегда. Зачем одевать? Так. 22 22 22. Ла-ла-ла. Да, если бы это красками вообще нарисовать, то это вообще красота. Не. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Вам нравится, как я пою? Хотите вот так? Если не хотите, то не буду. Лай-лай-лай. Мы Саша и Андрей. Май-май-май. Мы Саша и Андрей. О, май. Да, я знаю. Так, чё, почему я не нарисовала? Все нарисовал. Да блин. И все. Красивая. Собачка. Вот. О, вот, вот это. Ну, наверное, доберман. Да. Доберманы черные. И коричневые. Вот, а здесь есть. Ой. Ну и это, как его? Борзая. Ну да, разная тоже. Ла-ла-лай. Я тут только немножко сниму про мое видео, и все. Ой, я забыла. Что это было? Фух. Что-то я, наверное, устала говорить. Сегодня вообще какой-то не очень, что ли, день. Гости придут. И что мы будем делать там? О, я бы хотел с нашим другом. С ним весело собирать пазлы. Кстати, у нас есть Алиса, вы знали? Если у вас есть Алиса, пишите в комментариях новые пироги. Мы много видео про пирогов снимали. Мой дружище Андрей куда-то ушел. Так. Осталось мне немножко нарисовать. Лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай. Ну, вам, я думаю, что вам скучно. Я думаю, отменить видео. Сначала я нарисую добермана, и все будет хорошо. Вот, доберман. Позже нарисую. Почти нарисовал. А здесь-то что? Ля-л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 я
Могу лошадей порисовать. У лошади есть большая картинка. Собачульки. Нет, лучше не буду лошадь. В другом видео, наверное. Ну или нет, или я не буду снимать. Мы уже знали, что мы 4 недели не играли в телефон. Ну, конечно, вы не знали. Только видео мы снимали. Так, а вот 17 уже. Да, это доберман. Настоящий. Настоящий доберман. Это настоящий доберман. Почти нарисовал. Осталось морду. Да, значит, это доберман. Сейчас сначала ушки нарисую. Потом уже морду. Во! Настоящий доберман. Ого, какая собака! Так. Мне этих собак вообще 2 часа рисовать. А кошки есть? Змеи я рисовал. Вот, много змей. Это я рисовал. Осталась вот такая картинка. Кошки, совы есть, фрукты. Динозавры, кстати. Да, это мы рисовали. Забавные же еноты. Настольные игры. О, Пасха. Маленькие копытцы. Окошки есть. Коты. О, кстати, да, драконы. Вот-вот-вот-вот. Много драконов. Вот этого я ну, почти нарисовал. Любовь. Грызуны, кстати, да. Грызуны. Мы рисовали грызунов. О, и вот конфеты мы, кстати, рисовали. Пресноводная рыба. Ого. Нет, не буду. Обезьяны. Гольф. Мороженое. Мороженое не буду. Варенье. Кошки. Тропические птицы. О, я знаю, кто там. Там не помню, кто. А, тукан. Там не помню тоже, кто. Ты здесь вообще не знаешь, что. Австралия. Вау. О, кенгуру. Коалы есть. Ну, еще что-то. Или кто-то. Желтый цвет. Зачем желтый цвет? Ну, ладно. Портреты. Животные. Кошки. Мне нужны кошки. А здесь нету кошек, да? Животные пустыни. Вау. Они же так крутые там. Но я лучше не буду. А что мне тогда рисовать? А? Пруд. Животные помощники. Собака, лошадь, дельфин, что ли? Верблюд, лошадь, что ли, еще одна, или что? Бегемот? Я не могу понять. Породы собак. Точно. Это мы тут тоже рисовали. Эх. Синие животные. А, кстати, да, мы же рисовали кошек. Помню, наверное.
Ладно, пока всем.